что здесь большинство людей, для которых это замечательное время, отдельно надежды и так далее. И там, значит, вот я тоже участвовала в хаотическом движении и обратила внимание, что в нем участвовали люди, достаточно благополучные по тем временам, состоявшиеся уже, у которых и бэкграунд, родители тоже были такие уже благополучные люди. И у вас, я смотрю, очень благополучное было, значит, в семейном отношении. А где корни ваши диссидентства? В чем вы их, как вы их объясняете? Почему вы стали диссидентом? Ну, вы знаете, как вам сказать, в Литве большинство в Литве в годы моей молодости, конечно, очень не любило советскую власть. Но они это скрывали от страха, от вполне понятного страха, скрывали и потихоньку делали какую-то карьеру. И тут был еще один момент. Появилась социальная мобильность, которой не было в межвоенные времена. То есть человек, который при независимой Литве довоенной, так и остался бы на дне общества, он мог стать секретарем партии, мог стать министром, мог стать даже профессором. Плохим, но профессором. Вот. И это многие ценили. Ну, были люди, кстати, сейчас говорят, ну, никто не верил, все ненавидели и так далее. Нет, было довольно много людей в моем поколении, которые как-то уверовали в советские догматы. Что же касается меня, то я об этом пишу в книге своих вот, ну, воспоминаний. Вот я сказал, что есть такая книга типа Соломона Волкова «Саленгинси». Я пишу, как в детстве... Меня однажды обманули. Мне было 2,5 года, или где это одно из первых моих и самых сильных воспоминаний. Отец мой и мать куда-то уезжали, в театр, я уж не знаю. Я не хотел их отпускать, особенно маму. Я помню, она была в таком каком-то очень замечательном платье, я ухватился за это платье, она кричала, топал ногами. И у нас была служанка. Служанка сказала: «Томас, пойдем наверх, я тебе покажу там голуби в окне. Очень красиво, ты удивишься». Она меня повела наверх. Никаких голубей там не оказалось. Я спустился, папа и мама уже уехали. И я понял, впервые в жизни понял, что человека можно обмануть. И глубочайший возненавидел обман, глубочайший. Вот больше вы меня не обманете. И в 1956 году, когда Хрущев прочитал свой доклад, а я был комсомольцем, и вы из благополучной, даже номенклатурной, вполне советской семьи, был таким вполне верующим комсомольцем. Но я подумал, ну ужасно, ужасно, но вероятно поправимо. Ну тогда многие так считали. Все шестидесятники на этом выросли, идея права. Только исполнение плохое. Или как написал тот же Тимур Кибиров, неужели не знаешь, не видишь, не поймешь, почему, что и как. Очень Сталина ты ненавидишь, очень Ленина любишь, дурак. Так вот, я был таким вот дураком некоторое время, но недолго. И думал, вот поляки уж стали как-то сдвинулись и стали как-то исправлять. Ну, молодцы поляки, и к нам это придет. Венгры пошли еще дальше, ну и слава Богу. Потом венгры вторглись, самым жестоким образом это восстание подавили, и тут я понял, что все это, что мне вдалбили в голову, это вот голуби в окне. Нет этих голубей. Это все выдумано, это все маскирует, так сказать, вполне... корыстные цели какой-то правящей группы, и ничего больше нету. И жутко это возненавидел. Больше, чем многие литовцы, которые с детства это не любили. Больше, даже больше. Ну а почему благополучные люди в это бросались? Ну, они, прежде всего, как-то меньше боялись. Во-вторых, у них был шире кругозор. У них был шире кругозор. И тогда как-то, ну, возникает мысль, ну, хорошо, но все-таки надо о душе подумать. Ну, вот как-то многие стали думать о душе. Ну, даже не очень многие, это были единицы. Вот я сейчас немножко удивляюсь, потому что тогда
Вот семь человек вышло на площадь. Все они были забраны, всех их забрали. Но, тем не менее, это принципиально изменило атмосферу в стране. Принципиально. И это потом стало расти в какой-то геометрической прогрессии. И кончилось все мы знаем чем. Сейчас бывало, что выходило и 50 тысяч на площадь. И никакого изменения атмосферы в стране. Почти никакого. Ну, может так быть, тогда тоже не сразу мы ощутили, что она изменилась. Может быть, просто нужно подождать. Но сейчас как-то иначе. К сожалению, авторитаризм, то, что сейчас происходит, тоталитаризмом не назвал бы, потому что есть все-таки какая-то позиция, которая видна и слышна. Ни при Гитлере, ни при Сталине такого быть не могло. Ни при Хрущеве, ни при Брежневе. Но он поумнел. Он поумнел, он как-то умеет играть на этих клапанах. Уже немножко учился этому во времена советской власти, во времена Андропова, но сейчас он лучше это умеет. И это как-то немножко даже печально. Да, ну вот так, надеюсь, я ответил на вопрос. Да-да. Я прошу прощения, я хочу обратиться к вам как к человеку, который, с одной стороны, глубоко знает русскую культуру и русское культурное сообщество советское, а с другой стороны, имел возможность наблюдать его со стороны, поскольку вы как бы в него непосредственно не входили, вы представители культуры другой и много жили за границей. Вот ощутим ли и видим ли оттуда, со стороны объективно, этот раскол в интеллектуальной и культурной элите российской? Понимаете, о чем я спрашиваю? Видит ли он? Потому что я многократно в своих... я тоже бываю за границей. Я вижу, что вот этих развлечений как бы не существует для наших лучших друзей даже. Хорошо, я скажу об этом. Я это довольно рано ощутил. Дело в том, что подобный раскол был и в Литве. Все-таки вот, ну, в России были Евтушенко, Вознесенский, Аксенов, и был все-таки Бродский. Это совершенно разные вещи. Был Эренбург, о котором ничего особо плохого сказать не хочу, но который все-таки в свое время служил довольно, так сказать, честно по-своему служил товарищу Сталину. Но потом сыграл скорее положительную роль. И с одной стороны Эренбург, с другой Ахматова. Это разные вещи. Хотя Ахматова уважала Эренбурга. Во всяком случае, не очень плохо к нему относилась. И Надежда Мандельштам тем более. Но вот этот раскол был, для меня он был более чем ощутим. Отчасти потому, что я свободно говорил по-русски и жил в России. Для литовцев, живущих в Литве, он, как правило, не был ощутим. Все говорили, русские – это все одно и то же, они оккупанты. Еще была очень любимая тема – русский народ никогда не примирится с отделением Прибалтики. Ну, примирился, как-то примирился. Может быть, еще не совсем до конца. Но когда Прибалтика отделялась, я бы сказал, она отделялась при благожелательной нейтральности русского народа. И правильно было. В том же Питере происходили демонстрации в помощь Прибалтике и так далее. У меня был друг Ростислав Евдокимов, который всем этим пытался руководить и так далее. Но вот большинство живущих в Литве, недостаточно вошедших в русское это мильё, большинство это плохо ощущало. Я ощущал неплохо. Но у нас в Литве тоже был такой же раскол. Был Межелайтес, который писал «Я человек, коммунист я», и был очень популярен для поколения Евтушенко и Вознесенского, очень любим даже и в России многими. И был, скажем, Мартинайтис, который это, такие вещи себе не позволял, который писал вещи совершенно достойные. Ну вот, так что этот раскол был всюду. Я думаю, что он был, конечно, скажем, в Украине. Он был, вероятно, в Кавказских республиках, хотя я об этом мало знаю. Ну и так далее. Да.
мне показалось, что мой друг Александр Винников снял у меня с языка вопрос, но он до не дошел до него. Да-да. Я хотела вас спросить, как человека, который живет там довольно много и хорошо знает тамошнюю, значит, диаспору иностранную. Вот мои друзья тоже в Америке и в других странах, они очень удивляются тому, что люди, которые убежали отсюда, приехали туда с большими трудами, там укоренялись. Вот сейчас, когда у нас происходят вот эти события, они всей душой поддерживают, ну, можно сказать, советскую власть. То есть, ну, понимаете, что вы говорите, да. И они не могут, вот мои друзья, не могут понять, в чем дело, почему, зная все, что здесь происходит, и эту банду, они, тем не менее, за нее, ну, чуть ли не голосуют. Вот. Ну, вы знаете, это же... Но не приезжают, конечно. Речь идет о русской диаспоре. Ну, я, так сказать, все-таки не член русской диаспоры. Хотя и знаю в ней многих людей, знал. Но это мое поколение и люди моих взглядов. То есть я вот таких, так сказать, крымнашистов не знаю в русской диаспоре, хотя они, несомненно, есть, они многочисленные. Но они есть в России. Я с удивлением вижу своих давних приятелей, которые, ну, там в семьях расколы, одни за, другие против, но довольно многие люди, которых я никогда об этом не ожидал, стали за. Это странно. Но это можно объяснять, понимаете, эмиграция – это очень большая встряска, и далеко не каждый ее выдерживает. Далеко не каждый. Уехав, начинаешь поддаваться ностальгии, даже не по стране, а просто по своей молодости. И потом путаешь это со страной и системой. Что вот все было хорошо. И дай Бог и дальше так. Но потом среди русской диаспоры всегда было это и довольно сильно, и даже в мои времена, то есть 40 лет назад, довольно сильно так называемое русско-патриотическое крыло. Оно есть и сейчас. Оно есть и сейчас. Ну, я должен сказать, что в Литве я далеко не совсем согласен не с тем, что в Литве происходит. Я об этом много пишу. Я наталкиваюсь на очень большое сопротивление. Хотя, с другой стороны, сопротивление в основном анонимно. Например, если я читаю интернетные комментарии, так называемый кролик, то ни у кого... Ну, есть одно исключение, у которого больше троллей, чем у меня, но я даже не буду говорить у кого. Это слишком известное лицо. Но троллинг этот чудовищен, то есть пишут обо мне черт знает что. Но в то же время на улице встречаю людей, которые подходят и говорят приятные вещи. В то время как людей, которые подходили бы, говорили неприятные вещи. Ах ты антипатриот, ах ты сволочь, ах ты... такой всякую, вот таких я как-то не встречал. Таких, как я как-то не встречал на улице, а вот таких я встречаю. То есть я думаю, что в общем и целом в Литве преобладают все-таки люди, с которыми я могу легко найти общий язык. Хотя есть, конечно, и другие, но дело в том, что сколько людей, столько мнений, к сожалению. Ну, не к сожалению, может быть, к счастью. Но ну вот, надеюсь, как-то в общем и целом ответил. Но мы уже 2 часа, тут больше 2 часов. Ну, два вопроса. Два вопроса. Вы упомянули демонтаж памятников в Литве. Где? Вы упомянули демонтаж памятников в Литве. Да. В частности, демонтаж, обсуждение демонтажа памятников Соломея Нерест. Да. Но памятники демонтируют не только в Литве, или планируют это сделать, не будем говорить об Украине, но и в Соединенных Штатах. Да. Вот если брать это как явление, да, то как вы к нему относитесь? Я, в принципе, против демонтажа памятников, кроме памятников, изведенных преступникам. То есть, если был бы памятник там Герингу, это ясно, что его надо снести. Памятник Феликсу Эдмундовичу, я думаю, надо было снести. Ну и так далее. Но памятники культурным деятелям, ну, о Горьком многое можно сказать, о Маяковском многое можно сказать, но памятников им я бы разрушать не стал. В Литве сейчас хотят снять памятник Петру Свитке. Ну, это примерно то же, что если в Москве снять памятник Горькому. Я против этого.
Соломея Нинис тем более. Ну, тут народ уже, так сказать, как бы не позволит. Но я считаю, ну вот в Индии, например, меня потрясло в Индии, что там на каждом углу стоят памятники всяким английским колониальным боссам. И одновременно на тех же лошадях каким-то борцам за свободу Индии. И это вот позволяет лучше понять историю Индии. Поэтому я особенно снимать этого бы не стал и даже выражал по этому поводу свое мнение. Но, к сожалению, их все-таки снимают. Ну, что касается Владимира Ильича, что его снимают там в Украине, сняли и в Литве и так далее. Ну, во-первых, он создал все-таки преступную систему. Во-вторых, его было все-таки как-то уже слишком много. И то, что его сейчас во многих странах уже нет, я это скорее приветствую. Скорее приветствую. Я хотела спросить, как вы оцениваете ситуацию сейчас в поэзии и в литературе? Можно ли ее сравнить с советским периодом? И кто из современных поэтов наших вам нравится? В российской литературе? Да. Ну, вы знаете, я плохо за этим слежу. Значит, я плохо за ним слежу, я уже слежу скорее за поэтами моего поколения. Младших я уже плохо знаю. Но мне нравится и Кибиров, и... Кстати, не Пригов, но Кибиров нравится. Про Кибирова кто-то хорошо сказал из славистов. Кто такой Кибиров? Это то же самое, что Пригов, только писать умеет. Вот. А значит, мне нравится иногда Седокова, мне нравится Гондлевский, ну кто-то еще. Но все это, конечно, уже после... Это тоже может быть такая... Ностальгия по молодости, но по сравнению с нашим поколением, по-моему, это уже все немножко похуже. Немножко похуже. То же самое в Литве. Я плохо знаю современную литовскую поэзию. Там есть, несомненно, способные люди, но мне кажется, что мое поколение это были еще... Вот Мартинайтис для меня очень большой человек, его нет живых. Я его уважаю не только за стихи, я его уважаю еще и за то, что когда я уже был откровенным диссидентом, то почти все литовские писатели на улице, завидя меня на улице, переходили на другую сторону. А Мартинайтис подходил, протягивал руку и вступал в беседу. Я его спросил, а ты не боишься? Он сказал, нет, почитаю за честь. Вот этого я его никогда не забуду. Увы, его уже нет. А это хороший писатель, и, может быть, кто-то знает баллады Купутиса. Это такая как бы уже вечная вещь, как Швейк, как я уже не знаю, что еще. У Анри Мишо вот есть такой «Certain Plume». Ну вот примерно как Швейк, то есть он создал некий вечный образ. Ну что? А что можно задавать? Конкурс на последний вопрос. На два последних. Аукцион. Да, аукцион. Сейчас вот, да, и вы последний вопрос. Так, я последний перевели. У меня краткий вопрос. Сегодняшний взгляд на Литву и на Россию. Сегодняшний? Да, просто самим интересно это мнение. Ну, как вы знаете, отношения сейчас у Литвы с Россией довольно напряженные. И я думаю, что вина все-таки не на стороне Литвы. По двум причинам. Во-первых, когда сталкивается большой и маленький, то все-таки как-то больше симпатизируешь маленькому, и он, как правило, более прав. Хотя и тут всякое случается, но в этом случае более прав. И во-вторых, ну, современная русская политика, мы о ней мы можем много говорить, но я, так сказать, не поддерживаю современную русскую политику и думаю, что имею к этому основание, и Литва не поддерживает и имеет к этому основание. У нас тяжелый опыт с Россией и в царское время, и в сталинское время достаточно тяжелый, как и у поляков. Вот поляков обвиняют в русофобии. Ну а чего вы хотите? Они подавили 3 восстания, даже 4 потопили в крови. Потом была Катынь, потом была, так сказать, навязанная система, которая огромному большинству поляков не нравилась.
Ну вот нечто подобное было и у нас. Но это, так сказать, оставляет следы в сознании, в подсознании, и тут ничего не поделаешь. Ну, надеюсь, ну, с другой стороны, вот говорят, а как же русская культура и все прочее. Да, да, несомненно, несомненно, Пушкин, Достоевский, Лев Толстой, не знаю, Станиславский, Меркольд, они, так сказать, вреда Литве и кому бы то ни было не принесли. И то, что у нас, например, сейчас очень хороший театр в Литве, может быть, говорят, что даже лучше в Европе, это отчасти потому, что люди эти кончали московские школы театральные. Вот это разные вещи. Но ведь русская культура и русское государство – это необычайно разные явления и, как правило, противоположные. Да. Просто ваши поклонники все наверняка знают, что какой-то промежуток вашей жизни вы были увлечены семиотикой. Да. А можно просто в двух словах объяснить, что это такое? Я очень много всего прочитала и так и не поняла. Что такое семиотика? Это надо спрашивать не меня. Это надо спрашивать, правда, уже ныне покойного, к сожалению, Вячеслава Всеволодовича Иванова, да, или Юрия Михайловича Лотмана. Вот они это понимали. Я это понимал плохо. Но меня это... Семиотика – это наука о знаках, причем главная система знаков, с которой мы имеем дело ежеминутно – это язык. Но есть и другие системы знаков, в том числе искусство. Или в том числе система светофоров. Тоже система знаков очень примитивная. Но разные знаки, три разных – зеленый цвет, желтый и красный. И вот все эти системы пытались найти общие методы работы со всеми этими системами, их изучение, описание какого-то, ну, это вот таких вещей. Это называлось семиотикой. Это было немного снобистское занятие. Бродский это считал вполне снобистским занятием. Я не считал, мне это было очень интересно. Потому что там собирались умные люди, очень независимо мыслящие. Многие из них были как-то соприкасались с диссидентством. Меня это интересовало. Я в Соединенных Штатах, я даже прочел первый мой курс в Соединенных Штатах, назывался «Введение в русскую семиотику». Но я просто пересказывал Лотмана со своими собственными примерами. Я брал какой-то стих Мандельштама, его разбирал по лотмановской методике. И, собственно говоря, этим занимался до конца. 40 лет мне платили деньги за то, что я студентов знакомил с лотмановской методикой. Ну, вот если это можно назвать семиотикой, это и была семиотика. Я должен сказать, что в прошлом году исполнилось 100 лет Альбертусу Юлиусу Гремусу. Да-да. Большинство людей, для которых это замечательное время, время надежды и так далее. Я тоже участвовала в Великоотечественном движении и обратила внимание, что в нем участвовали люди достаточно благополучные по тем временам, состоявшиеся уже, у которых и бэкграунд, родители тоже были. Такие уже благополучные люди. И у вас, я смотрю, очень благополучное было в семейном отношении. А где корни ваши диссидентства? В чем вы их, как вы их объясняете? Почему вы стали диссидентом? Вы знаете, как вам сказать, в Литве большинство в Литве в годы моей молодости, конечно, очень не любила советскую власть. Но они это скрывали от страха, от вполне понятного страха, скрывали и потихоньку делали какую-то карьеру. И тут был еще один момент. Появилась социальная мобильность, которой не было в межвоенные времена. То есть человек, который при независимой Литве довоенной, так и остался бы на дне общества, он мог стать секретарем партии, мог стать министром, мог стать даже профессором, плохим, но профессором. Вот. И это многие ценили. Ну, были люди, кстати, сейчас говорят, ну, никто не верил, все ненавидели и так далее. Нет, было довольно много людей в моем поколении, которые как-то уверовали в
советские догматы. Что же касается меня, то я об этом пишу в книге своих вот, ну, воспоминаний. Вот я сказал, что есть такая книга типа Соломона Волкова, Селен Гинси. Я пишу, как в детстве меня однажды обманули. Мне было 2,5 года, или три, это одно из первых моих и самых сильных воспоминаний. Отец мой и мать куда-то уезжали, в театр, я уж не знаю. А я не хотел их отпускать, особенно маму. Я помню, она была в таком каком-то очень замечательном платье, я ухватился за это платье, она кричала, топал ногами, и у нас была служанка. Служанка сказала: «Томас, пойдем наверх, я тебе покажу там голуби в окне. Очень красиво, ты удивишься». Она меня повела наверх. Никаких голубей там не оказалось. Я спустился, папа и мама уже уехали. И я понял, впервые в жизни понял, что человека можно обмануть. И глубочайше возненавидел обман, глубочайше. Вот больше вы меня не обманете. И в 56-м году, когда Хрущев прочитал свой доклад, а я был комсомольцем, и вы из благополучной, даже номенклатурной, вполне советской семьи, был таким вполне верующим комсомольцем. Но я подумал, ну ужасно, ужасно, но вероятно поправимо. Ну тогда многие так считали. Все шестидесятники на этом выросли, идея права, только исполнение плохое. Или как написал тот же Тимур Кибиров, неужели не знаешь, не видишь, не поймешь, почему, что и как. Очень Сталина ты ненавидишь, очень Ленина любишь, дурак. Так вот, я был таким вот дураком некоторое время, но недолго. И думал, вот поляки уж стали как-то сдвинулись и стали как-то исправлять. Ну, молодцы поляки, и к нам это придет. Венгры, венгры пошли еще дальше, ну и слава Богу. Потом венгры вторглись. Самым жестоким образом это восстание подавили, и тут я понял, что все это, что мне вдавили в голову, это вот голуби в окне. Нет этих голубей. Это все выдумано, это все маскирует, так сказать, вполне корыстные цели какого-то, какой-то правящей группы, и ничего больше нету. И жутко это возненавидел. Больше, чем многие литовцы, которые с детства это не любили. Больше, даже больше. Ну а почему благополучные люди в это бросались? Ну, они, прежде всего, как-то меньше боялись. Во-вторых, у них был шире кругозор. У них был шире кругозор. И тогда как-то, ну, возникает мысль, ну, хорошо, но все-таки надо о душе подумать. Ну, вот как-то многие стали думать о душе. Ну, не, даже не очень многие, это были единицы. Вот я сейчас немножко удивляюсь. Потому что тогда вот 7 человек вышло на площадь, все они были забрали, всех их забрали, но тем не менее это принципиально изменило атмосферу в стране, принципиально. И это потом стало расти в какой-то геометрической прогрессии. И кончилось все мы знаем чем. Сейчас бывало, что выходило и 50 тысяч на площадь. И никакого изменения атмосферы в стране, почти никакого. Ну, может так быть, тогда тоже не сразу мы ощутили, что она изменилась. Может быть, просто нужно подождать. Но сейчас как-то иначе. К сожалению, авторитаризм, я то, что сейчас происходит, тоталитаризмом не назвал бы, потому что есть все-таки какая-то позиция, которая видна и слышна. Ни при Гитлере, ни при Сталине такого быть не могло. Ни при Хрущеве, ни при Брежневе. Но он поумнел. Он поумнел, он как-то умеет играть на этих клапанах. Уже немножко учился этому во времена советской власти, во времена Андропова, но сейчас он лучше это умеет. И это как-то немножко даже печально. Да, ну вот так, надеюсь, я ответил на вопрос. Да-да. Я прошу прощения. Я хочу обратиться к вам как к человеку, который, с одной стороны, глубоко знает русскую культуру и русское культурное сообщество советское, а с другой стороны, имел возможность наблюдать его со стороны, поскольку вы как бы
в нее они непосредственно не входили, они представители культуры другой, и много жили за границей. Вот ощутим ли и видим ли оттуда, со стороны объективно, этот раскол в интеллектуальной и культурной элите российской? Понимаете, о чем я спрашиваю? Видел ли он? Потому что я многократно в своих... я тоже бываю за границей. Я вижу, что вот этих развлечений как бы не существует для наших лучших друзей. Хорошо, я скажу об этом. Я это довольно рано ощутил. Дело в том, что подобный раскол был и в Литве. Все-таки вот, ну, в России были Евтушенко, Вознесенский, Аксенов, и был все-таки Бродский. Это совершенно разные вещи. Был Эренбург, о котором ничего особо плохого сказать не хочу, но который все-таки в свое время служил довольно, так сказать, честно по-своему, служил товарищу Сталину. Но потом сыграл скорее положительную роль. И с одной стороны Эренбург, с другой Ахматова. Это разные вещи. Хотя Ахматова уважала Эренбурга. Во всяком случае, не очень плохо к нему относилась. И Надежда Мандельштам тем более. Но вот этот раскол был, для меня он был более чем ощутим. Отчасти потому, что я, ну, свободно говорил по-русски и жил в России. Для литовцев, живущих в Литве, он, как правило, не был ощутим. Все говорили, ну, русские – это все одно и то же, они оккупанты. Еще была очень любимая тема – русский народ никогда не примирится с отделением Прибалтики. Ну, примирился, как-то примирился, может быть, еще не совсем до конца. Но когда Прибалтика отделялась, я бы сказал, она отделялась при благожелательной нейтральности русского народа. И правильно было. В том же Питере происходили демонстрации в помощь Прибалтике и так далее. У меня был друг Ростислав Евдокимов, который всем этим пытался руководить и так далее. Но вот большинство живущих в Литве, недостаточно вошедших в русское это мильё, большинство это плохо ощущало. Я ощущал неплохо. Но у нас в Литве тоже был такой же раскол. Был Межелайтес, который писал «Я человек, коммунист я», и был очень популярен для поколения Евтушенко и Вознесенского, очень любим даже и в России многими. И был, скажем, Мартинайтес, который это такие вещи себе не позволял, который писал вещи совершенно достойные. Ну вот, так что этот раскол был всюду. Я думаю, что он был, конечно, скажем, в Украине. Он был, вероятно, в Кавказских республиках, хотя я об этом мало знаю. Ну и так далее. Да. Мне показалось, что мой друг Александр Винников снял у меня с языка вопрос, но он да не дошел до него. Да-да. Я хотела вас спросить, как человека, который живет там довольно много и хорошо знает тамошнюю, значит, диаспору иностранную. Вот мои друзья тоже в Америке и в других странах, они очень удивляются тому, что люди, которые убежали отсюда, приехали туда с большими трудами, там укоренялись, вот сейчас, когда у нас происходят вот эти события, они всей душой поддерживают, ну, можно сказать, советскую власть, то есть нынешнюю власть. Понимаю, что вы говорите, да. И они не могут, вот мои друзья, не могут понять, в чем дело, почему, зная все, что здесь происходит, и эту банду, они тем не менее за нее, ну, чуть ли не голосуют. Вот. Ну, вы знаете, это же... Речь идет о русской диаспоре. Но не ближе, конечно. Речь идет о русской диаспоре. Ну, я, так сказать, все-таки не член русской диаспоры, хотя и знаю в ней многих людей, знал. Но это мое поколение и люди моих взглядов. То есть я вот таких, так сказать, крымнашистов не знаю в русской диаспоре, хотя они, несомненно, есть, они многочисленны. Но они есть в России. Я с удивлением вижу своих давних приятелей, которые, ну, там в семьях расколы, одни за, другие против, но
довольно многие люди, которых я никогда об этом не ожидал, стали за. Это странно. Но это можно объяснять. Понимаете, эмиграция – это очень большая встряска, и далеко не каждый ее выдерживает. Далеко не каждый. Уехав, начинаешь поддаваться ностальгии, даже не по стране, а просто по своей молодости. И потом путаешь это со страной и системой. Что вот все было хорошо. И дай Бог и дальше так. Но потом среди русской диаспоры всегда было это и довольно сильно, и даже в мои времена, то есть 40 лет назад, довольно сильно так называемое русско-патриотическое крыло. Оно есть и сейчас. Оно есть и сейчас. Ну, я должен сказать, что в Литве я далеко не совсем согласен не с тем, что в Литве происходит. Я об этом много пишу. Я наталкиваюсь на очень большое сопротивление. Хотя, с другой стороны, сопротивление в основном анонимно. Например, если я читаю интернетные комментарии, так называемый кролик, то ни у кого, ну, есть одно исключение, у которого больше крови, чем у меня, но я даже не буду говорить у кого. Это слишком известное лицо. Но кролик этот чудовищен, то есть пишут обо мне черт знает что. Но в то же время на улице встречаю людей, которые подходят и говорят приятные вещи. В то время как людей, которые подходили бы и говорили неприятные вещи, ах ты антипатриот, ах ты сволочь, ах ты такой всякий, вот таких я как-то не встречал. Таких, как я как-то не встречал на улице, а вот таких я встречаю. То есть я думаю, что в общем и целом в Литве преобладают все-таки люди, с которыми я могу легко найти общий язык. Хотя есть, конечно, и другие, но дело в том, что сколько людей, столько мнений, к сожалению. Ну, не к сожалению, может быть, к счастью. Но, ну вот, надеюсь, как-то в общем и целом ответил. Но мы уже 2 часа, тут больше 2 часов. Ну, 2 вопроса. Да. 2 вопроса. Вы упомянули демонтаж памятников в Литве. Вы упомянули демонтаж памятников в Литве. Да. В частности, демонтаж, обсуждение демонтажа памятников Соломея Нерис. Да. Но памятники демонтируют не только в Литве, или планируют это сделать, не будем говорить об Украине, но и в Соединенных Штатах. Да. Вот если брать это как явление, да, то как вы к нему относитесь? Я в принципе против демонтажа памятников, кроме памятников, изведенных преступниками. То есть, если был бы памятник там Герингу, это ясно, что его надо снести. Памятник Феликсу Эдмундовичу, я думаю, надо было снести. Ну и так далее. Но памятники культурным деятелям, ну, о Горьком многое можно сказать, о Маяковском многое можно сказать. Но памятников им я бы разрушать не стал. В Литве сейчас хотят снять памятник Петрицу Свитке. Ну, это примерно то же, что если в Москве снять памятник Горькому. Я против этого. Соломея Нерис, тем более, ну тут народ уже, так сказать, как бы не позволит. Но я считаю, ну вот в Индии, например, меня потрясло в Индии, что там на каждом углу стоят памятники всяким английским колониальным боссам. И одновременно на тех же лошадях каким-то борцам за свободу Индии. И это вот позволяет лучше понять историю Индии. Поэтому я особенно снимать этого бы не стал и даже выражал по этому поводу свое мнение. Но, к сожалению, их все-таки снимают. Ну, что касается Владимира Ильича, что его снимают там в Украине, сняли и в Литве и так далее. Ну, во-первых, он создал все-таки преступную систему. Во-вторых, его было все-таки как-то уже слишком много. И то, что его сейчас во многих странах уже нет, я это скорее приветствую. Скорее приветствую. Да. Я хотела спросить, как вы оцениваете ситуацию сейчас в поэзии и в литературе? Можно ли ее сравнить с советским периодом? И кто из современных поэтов наших вам нравится? В российской литературе. Ну, вы знаете, я плохо за этим слежу. Я плохо за ним слежу, я уже слежу скорее за поэтами моего поколения. Младших я уже плохо знаю и
Но мне нравится и Кибиров, и, кстати, не Плигов, но Кибиров нравится. Про Кибирова кто-то хорошо сказал из славистов. Кто такой Кибиров? Это то же самое, что Плигов, только писать умеет. Вот. А значит, мне нравится иногда Седокова, мне нравится Гондлевский, ну кто-то еще, но все это, конечно, уже после, это тоже может быть такая ностальгия по молодости, но по сравнению с нашим поколением, по-моему, это уже все немножко похуже. Немножко похуже. То же самое в Литве. Я плохо знаю современную литовскую поэзию. Там есть, несомненно, способные люди, но мне кажется, что мое поколение это были еще... Вот Мартинайтис для меня очень большой человек. Его нет живых. Я его уважаю не только за стихи, я его уважаю еще и за то, что когда я уже был откровенным диссидентом, то почти все литовские писатели на улице... Завидя меня на улице, переходили на другую сторону. А Мартинайтис подходил, протягивал руку и вступал в беседу. Я его спросил, а ты не боишься? Он сказал, нет, почитаю за честь. Вот этого я его никогда не забуду. Увы, его уже нет. А это хороший писатель, и, может быть, кто-то знает баллады Купутиса. Это такая, как бы, уже вечная вещь, как Швейк, как я уже не знаю, что еще. У Андрея Шобот есть такой... Сортен Плюм, ну вот примерно как Швейк, то есть он создал некий вечный образ. Ну что? А что можно задавать? Конкурс на последний вопрос. На два последних. Аукцион. Да, аукцион. Сейчас вот так, и вы последний вопрос. Так, я последний. Привет. У меня краткий вопрос. Сегодняшний взгляд на Литву и на Россию. Сегодняшний? Да, просто с Америки интересно, я там не был. Ну, как вы знаете, отношения сейчас у Литвы с Россией довольно напряженные. И я думаю, что вина все-таки не на стороне Литвы. По двум причинам. Во-первых, когда сталкивается большой и маленький, то все-таки как-то больше симпатизируешь маленького, и он, как правило, более прав. Хотя и тут всякое случается, но в этом случае более прав. И, во-вторых, ну, современная русская политика, о ней мы можем много говорить, но я, так сказать, не поддерживаю современную русскую политику и думаю, что имею к этому основание, и Литва не поддерживает, и имеет к этому основание. У нас тяжелый опыт с Россией и в царское время, и в сталинское время достаточно тяжелый, как и у поляков. Вот поляков обвиняют в русофобии. Ну а чего вы хотите? Они подавили 3 восстания, даже 4 потопили в крови. Потом была Катынь, потом была, так сказать, навязанная система, которая огромному большинству поляков не нравилась. Ну вот нечто подобное было и у нас. Но это, так сказать, оставляет следы в сознании, в подсознании, и тут ничего не поделаешь. Ну, надеюсь, с другой стороны, вот говорят, а как же русская культура и все прочее. Да, несомненно, Пушкин, Достоевский, Лев Толстой, не знаю, Станиславский, Меркольд, они, так сказать, вреда Литве и кому бы то ни было не принесли. И то, что у нас, например, сейчас очень хороший театр в Литве, может быть, говорят, что даже лучше в Европе, это отчасти потому, что люди эти кончали московские школы театральные. Это разные вещи. Но ведь русская культура и русское государство – это необычайно разные явления и, как правило, противоположные. Да. Просто ваши поклонники все наверняка знают, что какой-то промежуток вашей жизни вы были увлечены семиотикой. Да. А можно просто в двух словах объяснить, что это такое? Я очень много всего прочитала и так и не поняла. Что такое семиотика? Ну, это надо спрашивать не меня. Это надо спрашивать, правда, уже ныне покойного, к сожалению, Вячеслава Всеволодовича Иванова, да, и Юрия Михайловича Лотмана. Вот они и это понимали. Я это понимал плохо. Но меня это... Семиотика – это наука о знаках, причем
главная система знаков, с которой мы имеем дело ежеминутно, это язык. Но есть и другие системы знаков, в том числе искусство. Или в том числе система светофоров. Тоже система знаков очень примитивная. Но разные знаки. Три разных. Зеленый цвет, желтый и красный. И вот все эти системы пытались найти общие методы работы со всеми этими системами. Их изучение, описание какого-то, ну и вот таких вещей. Это называлось семиотикой. Это было немного снобистское занятие. Бродский это считал вполне снобистским занятием. Я не считал, мне это было очень интересно, потому что там собирались умные люди, очень независимо мыслящие. Многие из них были как-то соприкасались с диссидентством. Меня это интересовало. Я в Соединенных Штатах, я даже прочел первый был курс Соединенных Штатов, назывался «Введение в русскую семиотику». Но я просто пересказывал Лотмана со своими собственными примерами. Я брал какой-то стих Мандельштама, его разбирал по лотмановской методике. И, собственно говоря, этим занимался до конца. 40 лет мне платили деньги за то, что я студентов знакомил с лотмановской методикой. Вот, если это можно назвать семиотикой, это и была семиотика. Я должен сказать, что в прошлом году исполнилось 100 лет Альберту Сюрюлису Гремусу. Да-да.